Radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. 361-5361, pozivni za Beograd 011, ruski sat. Čuću gde imamo... Dobar dan, dragi slušalci. Čekaj, da pustimo... Čuć, i počnimo sa himnom Novorusije. Kao i svake nedelje. Dragi slušalci, danas je gost naše emisije, za sad i samo preko Skype-a, predstavnik Ministarstva informacije Novorusije, Aleksej Jakutin. Evo, pokušamo da uspostavimo vezu. Nadamo se da ćemo od ove nedelje, ako bude sve u redu, imati svake nedelje uključenje iz Donjecka i iz Novorusije, da bi bili u toku sa borbom naše braće na istoku. Alo? Alo, zdravstvujte. Здравствуйте. Алексей на вези. Мы приветствуем вас, Алексей, в нашей студии на радио «Снага народа». На русском это бы было «Сила народа» в Белграде, в Сербии. Вы сейчас прямо в эфире. Первый вопрос. Можете ли нам сказать вот о Конституции Новороссии и о органах власти, как они сейчас обустраиваются в Новороссии? Под словом «Конституция» мой коллега, вероятно, имел в виду формирование государственной власти и государственных учреждений в Новороссии. Я понял ваш вопрос. Смотрите, сейчас формирование органов государственной власти непосредственно в Донецкой Народной Республике подходит к своему, скажем так, завершающему этапу. На 18 октября 2015 года намечено проведение выборов в местные органы власти. Питание было, как вы отвечаете на конституцию Новоруссии и как вы последние вести. Алексей отговорил, да, в этой фазе формирование державных органов Новоруссии дошло у свою завершенную фазу, и 18 октября треба да се одржи избори у локальные органы державной власти. Таким образом, в Донецкой Народной Республике уже существует институт законодательной власти, который представляет собой Народный Совет Донецкой Народной Республики из 100 депутатов, представителей. Ирина? Дакле, у Донецкой Республики тренутно веч постоит институция законодавной власти, которая представлена Донецким Народным Советом, кое брою 100 отборника. И исполнительной ветвью власти, которую представляет глава Донецкой Народной Республики, которым является Александр Захарченко, и 20 министерств. Соответственно, сейчас пройдут выборы в местные органы власти. Это будут избираться главы городов, главы районов, которые будут представлять администрацию непосредственно на местах. Также формирована и извышная грана власти, которая представлена председателем Донецкой Республики Александром Захарченко и броя 20 министерств.
18. октября се очекуют избори у органы локальной власти, чем еще будет заокружено формирование извершной граны власти. Алексей? После проведения выборов 18 октября полностью все органы государственной власти республики будут сформированы. Они... Да-да, я слушаю вас. А судебная власть? А что касается судебной власти? Что касается судебной власти, значит, в республике существует с января 2015 года Верховный Совет. Начали свою работу судебные органы, органы Генеральной прокуратуры. Вот. Так что, соответственно, все ведомства действуют и работают. Избори 18 октября чи заокружить формирование законодавной и извершной власти у Донецкой республики. Что се тиче судской власти, у Донецку постоє от 2015 години, от януара 2015 години постоє Верховний суд, і почали да сарадом, тада почали сарадом органи судської власті, так от тринутно... І тужилоштво. І тужилоштво, генерально тужилоштво, так от тринутно державна власть у Донецькій Республіці функціоніше, као у свакої нормально уреджені держави. Да. В данный момент Донецкая Народная Республика обладает абсолютно всеми признаками самостоятельной государственной власти. Она имеет собственную государственность целиком и полностью. У ovom trenutku Донецкая Республика, рекл Алексей, има сви атрибуты державной власти и сви атрибуты державности, као и свака самостоятельная держава. Ну и слава Богу. Ишел вопрос... Как готовитесь к выборам? Потому что мы считаем здесь, что это самый болезненный вопрос для украинского государства и для украинских силовиков. Они даже меняли под усмотрением Виктория Нуланд, сколько мы видели в новостях, свою там конституцию или законы. И Петр Порошенко, сколько мы читаем в газетах, очень недоволен выбором в Донецкой Народной Республике. Сейчас я только передаю вопрос нашим слушателям. Питание было, как се спрема Донецкая Республика за избори, я очевидно, да, то питание вырло иритантно за... за українську крісничку владу, да є український працівник Петр Порошенко вельми ізритіран тіме, да є морал под утіцем Вікторії Нулан, да промені державний устав України і да ізузетно габріні ізритіри питання ізбору у Донецькій Републіці. Є ще до питання, під коїм чи условіма бити спроведено гласання? Еще один вопрос, на каких условиях будет, по какому законодательству будет проводиться голосование в октябре? Да, я понял ваш вопрос. Смотрите, подготовка к выборам проходит довольно успешно, вот, в целом в спокойной обстановке. Буквально сегодня в 10 утра по московскому времени началась в Центральной избирательной комиссии регистрация кандидатов, желающих принять участие в выборах в местные органы власти. Для проведения выборов Народным советом Донецкой Народной Республики был принят закон о проведении выборов. То есть выборы будут производиться по законодательству Донецкой Народной Республики. Danas priprema za izbor teku u cilini veoma uspešno. Danas u 10 sati Centralna biračka komisija počela registraciju kandidata u lokalne organe vlasti u Donetskoj Narodnoj Republiki u očekivanju izbora usvojen zakon o izborima u Donetskoj Narodnoj Republici, tako da izbori će teći u skladu sa zakonodavstvom Donetske Narodne Republike. Može biti što jedan vopros, njemnoška neobični, no u nas u Srbiji je takoj opit, koji je očin pečalno zakončil se.
в течение предвыборной кампании, как обстоит дело с межпартийной борьбой и какие партии будут участвовать. Да проведем само на сербский. Мы, Сербы, имамо jako тужно искусство с междупартийскими борбами у току рата и у току избора, па сам поставил питание о том. Алексей? В Донецкой Народной Республике как таковых политических партий не существует. Политические партии заменены общественными движениями, которые занимаются не только политикой, но и с некими социальными проектами, направленными на улучшение жизни граждан Донецкой Народной Республики. В выборах могут принять участие представители двух общественных движений, которые существуют в республике. Это общественное движение «Донецкая Республика» и движение «Свободный Донбасс», а также кандидаты, не входящие в состав общественных движений. Ирина? У Донецкой Народной Республики тренутно не постоят политические партии, постоят дружественные покрыты, кое се бави, поред политики, бави се и социальным, и дружественным питанима. У изборима узеће учешће покрет за Слободни Донбас и покрет Донецка народна. Как второе движение называется? Донецка Република. Донецка Република. А такође могу да узму учешће и независни кандидати који не делују у оквирима ова два удруженја, ова два покрета. Да? Да. Хотел спросить, это очень хорошая идея, вот это, что нет партии и что нет этих мелкопартийных интересов. И, кроме того, выдвижение самостоятельных кандидатов намного, наверное, усилит позицию их в органах власти. Это будут люди, которые стоят за своими словами, а не за партийным списком, наверное. Да, абсолютно верно, вы правы, это... Основной принцип самого существования Донецкой Народной Республики, что жизнь нужно налаживать именно делами, а не словами. Питание было, у ствари первое была констатация, да и яко добро то отсутствие политических странок, кои напокон стави ван дневного реда ситно политиканство. И такође да је добро што постоје независни кандидати, јер ти људи будући прибивајући органама власти ће да се бави заиста конкретним питањима, а не питањима своје политичке промоције. Одговор Алексеја да је то заисто тако, да је, то је генерални став у Донецкој републици, да своју делатност треба човек да исказује заисто реалним действијама, а не... политическим промоциям или неком пропагандам. Еще вопрос, как обстоят дела на фронте, вот то, что нас все интересует, потому что все здесь волнуемся обстановкой на России. В целом, в данный момент обстановка на линии соприкосновения довольно спокойная. Это продолжается уже 19 дней. Вот 1 сентября наступило перемирие. Как раз 1 сентября начался в школах Донецкой Народной Республики новый учебный год. Дети смогли спокойно пойти в школу. Вот. То есть в целом сейчас мирная жизнь достаточно налаживается. Люди почувствовали себя спокойнее, увереннее. Слава Ирина? Богу. Питање је било какво је стање на фронту. Одговор Алексеја да је тренутна ситуација на линији фронта прилично мирна. Од 1. септембра је почео прекид ватри. 1. септембра у Донецкој републици почела је школска година. Деца је нормално кренуло у школу и све у свему људи почели да се осећају нешто мирније него у прошло време. Алексей, скажите, пожалуйста, как сейчас живет гражданское население Донецкой Республики, насколько и жизнь населения осложнена положением, в котором находится Донецкая Республика, каково снабжение в магазинах, каково медицинское обслуживание?
В целом жизнь гражданского населения осложняется тем, что у нас существует экономическая блокада со стороны Украины. Понимаете, дело в том, что длительное время Донбасс был частью Украины, и все экономические связи зациклены именно на украинскую территорию. Сейчас произошел резкий обрыв данных связей, и приходится выстраивать новую связь с территорией России. Это время, это очень сложно, поэтому это крайне болезненно для мирного населения. Ирина? Да, еще только один вопрос, я потом все переведу. Значит, хорошо. Самые чувствительные слои населения, пенсионеры, дети, инвалиды, как они выживают и заботятся, может ли государство позволить себе заботиться о них? Да, я понял вас. Смотрите, с апреля 2015 года в республике удалось организовать регулярную, я еще раз повторяю, регулярную выплату пенсий и социальных пособий. Вот. Это было сделано благодаря тому, что в финансовой системе Донецкой Народной Республики была введена новая валюта, которая является российский рубль. Угу. Со 2 сентября сего года произошел полный переход валютной системы на российский рубль. То есть, если до этого у нас существовала мультивалютная система, по которой имели хождение как украинская гривна, так и российский рубль, то сейчас основной денежной единицей республики является именно российский рубль. Сейчас я переведу все. Да, да, да. Первое питание было о экономическом стане у Донецкой Народной Республики, о экономическим проблемам. И Алексей отговорил, да, и главный проблем Донецкой Республики состоит в том, да, и Украина, на снази украинская блокада с Донецкой Народной Республики, да, и вечина экономических веза была и с Украином, и сады и период, в ком те вязи су покиданы, и сады и период, в ком треба да су успоставлю, и почало успоставление новых вязов с Русской Федерацией, и тай период и доста тежак. Онда сам поставила питание о животу наиугроженних слоев становништва Донецкой Республики, дакле пенсионеры, инвалиды, деца. И отговор је да от априла месяца 2015. године Донецка република успела да организује редовну исплату пензије и редовну исплату социјальних давања. А 2. септембра ове године Донецка република у потпуности прешла на руску рублю. Дакле, у претходном периоду је били на снази систем у ком је у Донецкој републици се користила и украинска гривна и руска рубља. Сада је сама руска рубља и цел тај, као што рекао Алексеј, та регуларна социјалних давања и пензија успостављена великим делом захвалјујући тому да је у том периоду руска рубља почела да буде официјална валута Донецкој републики, а сада већ је једина. Далее, благодаря гуманитарной помощи, которую оказывает Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, нам удалось наладить регулярное бесплатное, причем, питание в школах, детских садах, домах престарелых, инвалидных домах. Вот, то есть вопрос, скажем так, угрозы голодной смерти на данный момент не существует. Захваляючи гуманитарной помощи, которую пружа Русская Федерация, успоставлена рядовна бесплатная исхрана у школами, дечим вертичима, больницама, домовима за старые и за инвалиды. Tako da trenutno pitanje gladi i smrti od gladi ne stoji u Donetskoj Republici. Ni za koga. Продукты завозятся из Российской Федерации. Единственная проблема, что из-за
скажем так, неотлаженного механизма, это происходит нерегулярно, поэтому есть проблемы с большими ценами на продукты питания и другие товары. Но я считаю, что это вопрос времени, все это разрешится, отрегулируется. Главное, что основной настрой, основной посыл населения Донецкой Народной Республики существует именно в правильном направлении, то есть народ выбрал свою независимость и отступать от нее не собирается, несмотря ни на какие трудности. Ирина? Храна стежит из Русской Федерации. Ту постоит проблем регулярности, ер механизм того, где уж не довольно успоставлен. Постоит проблем высоких цен за прехранденные производы. Али у целине Алексис Матра дает ай проблем, че временом се превозичи и дае оно, что е основно, дае народ Донецкой Республики избрал свой путь, дае он избрал независимость и ние нема намеру да се повлаче. Еще один вопрос от меня. Меня интересует, а как наши серби в Донецке, там не опозорили ли нас, у нас гостовал в передаче Дэян Берич и передал нам ну, впечатления и обстановку, но это было несколько месяцев назад, как сегодня серби поживают там? Алексей? Да, я вас прекрасно понял. Ну что ж, я хорошо знаком с Деки, как его здесь называют. Это позывной Деяна Берича. Он является, ну, в полном смысле не только героем для сербов, он является народным героем и для Донецкой Народной Республики. Мы его все очень любим и уважаем. Это наш боевой товарищ. Вот. Сербы показали себя достойным образом. Как говорится, совесть у сербов за тех сербов, которые сражаются здесь, может быть абсолютно чиста. О, слава Богу. Да. Питание было о сербах, которые се борят в Новоруссии. Мы с вами присетили, да и гость нашей миссии был Дејан Берич, али то было при несколько месяцев. Pa smo pitali kako je Srbe u Novorusiji, kakvi su utisci o njima. Aleksej odgovorio da je on lično poznaje Dejana Berića, da je Dejan heroj, junak ne samo za Srbe, da je on narodni junak Novorusije, da je Srbe su pokazali u Novorusiji kao odlični borci, da su veoma poštovani i mnogo su doprinjeli borbe Novorusije za opstanak i da srpski narod mora da bude... Može da bude spokojan. I ponosan na svoje sinove. Дело в том, что, оглядываясь на те события, которые пережила Сербия, на те трагические события 90-х годов, начала 2000-х, которые переживал сербский народ, я думаю, что сербы, как никто другой, понимают именно своих братьев-славян, которые находятся здесь сейчас, где идет война, где идет передний край борьбы за русский мир. Да. Освечивающийся на ове догаджи, кое задесили Сербию краем прошлого века, Алексей говорит, да и Сербия, као нико разуме борьбу народа Новоруссии, борбу славянских народа, да е извинявамся, да е сада тама у Донецкой Републики е фронт борбы славянских народа за свободу. Да, к сожалению, мы не устояли к концу прошлого века, и сейчас фронт уже 1000 километров на восток пошел, так что, ну, хотя вот есть очаги сопротивления здесь в тылу. Вот, хотя мы вот здесь сколько можем, боремся и поддерживаем вас. Да, я надеюсь, что все-таки настанет тот день, когда Сербия и Донецкая Народная Республика установят более тесные дипломатические, культурные и социальные связи. И они будут дружественные и мирные государства. Все-таки мы являемся братскими, славянскими, православными народами прежде всего.
Даст Бог, да. Коментар Слободана и был, да, и, нажалост, фронт борьбы за Словены сада и несколько хиляда километров источно, али и далее овде у позадине остали су жарешта отпора. Odgovor Aleksije da se on nada da je u budućnosti jednog dana Srbija i Donetska republika će se uspostaviti normalne diplomatske, kulturne i sve druge veze kao dve društvene države, kao dva društvena, pre svega pravoslavna naroda. Prijateljska i bratska, pre svega pravoslavna naroda. Živela Srbija. Živela Novorosija. Спасибо вам большое. Спасибо вам за разговор. Мы потом еще свяжемся, я надеюсь, это не последнее включение. Мы вообще собираемся регулярно включать представителей Донецкой Народной Республики в будущем и получать новости и известия со фронта. Спасибо, Алексей. Хорошо, спасибо вам, но я готов ответить еще, может, у вас какие-то есть вопросы, может, есть вопросы от слушателей. Посмотри, Ирина, мы вообще не... Прво да приведем все ово, я сам рекал, да захвалился се за разговор и рекал сам, да ćemo мы от сада се потрудити да сваке неделе или сваког месеца имамо уключение из Донецке Републике и да желимо да uspostavimo informacioni kanal sa Donjeckom gdje bi naši slušalci mogli da imaju stalnu informaciju. Ukoliko neko od slušalaca ima želju da postavi neko pitanje, naša Skype adresa je snaga.naroda2, pa izvolite. От слушателей пока только многочисленные приветы. Я думаю, что просто это много информации для слушателей, потому что наши медиа очень плохо извещают о ситуации в Донецкой Республике. Но я хотела бы спросить, может быть, это слишком генеральный вопрос, но тем не менее, каковы перспективы Донецкой Народной Республики и мирной жизни в Донецкой Народной Республике? Когда, есть ли какие-то виды на то, что война закончится? Безусловно, любая война рано или поздно заканчивается. Вот, но несмотря на то положение, которое существует у нас, как я уже сказал ранее, мы выбрали свой путь. Сейчас мы занимаемся строительством, прежде всего, мирной жизни. Мы отнюдь не воинственная страна, мы мирный народ, который хочет жить мирно. Вот. Но так как враг пришел на нашу землю, мы были вынуждены взять в руки оружие и защищаться. Вот. В данный момент уже... Кстати, очень интересный момент я хочу вам рассказать. С помощью специалистов из Российской Федерации в республике уже началась программа восстановления жилых домов. Да? Да. Вот, намечено строительство 111 новых жилых домов по типовым проектам. Это в городах, наиболее пострадавших от военных действий. Это Дебальцево, Иловайск, Углегорск, Шахтерск, Зугрес. Вот. И сдача этих домов для людей планируется уже к 20 ноября 2015 года. То есть сроки достаточно короткие. Ну и резюмируя вышесказанное, я хочу сказать, где вы видели террористов, как нас называют в западных СМИ, которые занимаются тем, что строят дома? Да, террористы обычно разрушают дома вместе с людьми. Именно. Питание было, что мысли Алексея, как же Донецкая Республика может да живе мирно, как же да се завршил овој рат. Отговор је да је народ Донецкой Републики миран народ и сваки рат мора једном да се заврши. И Донецкая Република није агресивна држава и Донецкий народ није агресиван народ, али морал да брани... Люди су могли да брани свој живот и своју землю. Сада тренутно већ је покренут активно изградње мирнодопског живота. У сарадњи са Российском Федерацијом покренут програм изградње зграда у градовима Донецкой Републики који су највише страдали у овом рату, Донецк, Иловајск, Шахтерск, Углегорск и другима. Око 111 куча
se gradi i bit će završeno pre 20. novembra. I Aleksej završio s humorističkim pitanjem, kaže da neki zapadne SMI nazivaju ljudi u Donetskoj republici teroristima i oni pita gde smo videli teroriste koje grade kuće. Da, možda skazati što ot, može biti para srpskim straniteljam tuda sabiraca, a nje snajperistam. Tak što ot, eto možem nadejeca što budućem. И что, кстати, вот когда об этом идет речь, хотел спросить, а как торговые отношения? Они только с Россией сейчас пока или уже развиваются и со другим странам? И вот кто этим занимается в Донецкой Народной Республике? Может быть, какие-то вот отношения можно сделать? Вы знаете, это достаточно сложный вопрос. К сожалению, он не в моей компетенции, но торговые отношения прежде всего выстраиваются с производителями и коммерческими структурами в Российской Федерации. У нас есть дружественные связи с такими государственными образованиями, как Абхазия, Южная Осетия. Вот. То есть они готовы с нами работать, они готовы с нами сотрудничать, они нас полностью поддерживают. Pitanje je bilo o trgovinskim odnosima, da li Donetska republika ima trgovinske odnose sa nekim još državama osim Ruske federacije. Aleksej je odgovorio da to nije baš njegova kompetencija, ali ono što on može da kaže da je pre svega trgovinski odnose se uspostavljaju sa proizvođačima i komercijalnim strukturama u Ruskoj federaciji, a takođe u državama Abhazije i Južnoj Osetiji koji u potpunosti podržavaju Donetsku republiku i spremne da sarađuju sa njom nakon uspostavljanja trgovinskih puteva. Znači, pora nam sabirati zdje predlaženja trgovije i sabirati se u Donetsk. Obizvateljno. Tem bolje što, kstati, vi skazali o srpskih strojiteljah, tak vod, kada заканчивается война, всегда начинается строительство. Строители нужны обязательно. И очень много. Постараемся. Комментарий был, да, и время, да, се успоставили торговинские вези между Србией и Донецкой републики. Алексей отговорил, да, смо помянули српские градживинцы, да, все знают, да, когда завершава рад, постоит велика потреба за градживинцами, так вот, да, градживинцы су потребны и веома. Вот уже пол пятого у нас, так что спасибо за разговор. Алексей, большое спасибо за это включение. Мы надеемся на регулярные включения с вами, чтобы как-то восполнить этот информационный вакуум, который здесь существует касательно всего, что происходит в Донецкой Республике. И также, безусловно, чтобы еще раз высказать вам нашу всемирную поддержку. Спасибо вам большое за разговор. Здоровья, счастья и мирного неба над головой. Спасибо. Мы раньше не понимали этих слов, а сейчас очень понимаем. Мирное небо – это очень важно. Спасибо вам. Спасибо вам. С Богом. Спасибо. До связи. До связи. Прадеды и деды здесь рубились до победы, и в степные ковыли сотни тысяч их легли. Здесь казачьи станицы мирно спали у границы. Но за эту благодать мы умели воевать. Эх, Донецкие поля, да, Луганская земля, здесь казачья Россия,
nas opet u studiju. Samo da prevedem, na kraju je Aleksej poželeo, zahvalio se za intervju i poželeo nam mirno nebo i mir, što kaže da mi nismo, da oni ranije nisu razumevali značaj toga, i kada jedan čovjek poželi drugome mirno nebo, sada shvataju kako je bilo nama 99. i poželao nam je mira i prosperiteta. Mi se nadamo da ćemo uspeti da uspostavimo kontakte stabilne sa Donjeckom Narodnom Republikom i da ćemo od sada u svakoj emisiji imati možda kraće, po 10 minuta, uključenje, da saznamo kakva je situacija tamo. Uopšte, po novoj programskoj šemi, kao što ste verovatno obavešteni, prvo, najverovatnije da ćemo od sada biti redovni, od 4 do 5, a ne... Možda i do 6, naravno to zavisi i od vas. Bilo bi dobro da nam napišete svoje mišljenje, da li ima interesa da se ova emisija produži. I ono što je naša strateška želja, to je da uspostavimo kontakte sa ruskim medijima i u Novorusiji i u Rusiji, u Ukrajini, u Belorusiji, i da ćemo od sada najverovatnije više imati uključenje u emisiju iz bratskih nam slovenskih država. Idemo kratko na vesti, pošto nam je ostalo svega još 15 minuta. U Rusiji je obnarodovan prvi projekat super ledolomca, koji se planira da bude izgrađen do 2020. godine. Rusija će napraviti najveći ledolomac na svetu. To je prvi od 4 koji će biti izgrađeni, i oni će učvrstiti vođstvo Rusije na Arktiku. Vašington je upozorio Kijev da će ga najverovatnije lišiti podrške zbog povećanja korupcije. Ruski mediji javljaju da je u Ukrajini za poslednjih godinu dana nivo korupcije povećan neverovatnih 20%. Sa druge strane, Ukrajina je, kao što ste čuli, uspela da se nagodi, da kažemo tako, sa inostranim kreditorima, da im se otpiše deo duga, a da se još dublje potonu u dugove. Otprilike ono što je Zoran Đinđić ovde uradio početkom 2000-ih, zašto smo mu mi bili zahvalni i mislili da je to veliki uspeh. Te kasnije smo shvatili da oni 1 dolar otpišu, a 4 nas zaduže, tako da od tog otpisivanja praktično nema ništa. Otprilike je to uspela da uradi Ukrajina i probala je da isti dogovor postigne sa Rusijom. Sa druge strane, Rusija je odgovorila da ono što je Ukrajina dužna, 3 milijarde koje treba da se plate ove godine, bolje je da plate odmah nego da plaćaju sa penalima, zbog toga što Rusija je davala prijateljski kredit 2013. godine, a ne onakve kredite kakve daje Međunarodni monetarni fond. Predsednik Putin, Vladimir Vladimirović, je doneo odluku da se počne izgradnja nove aviobaze u Belorusiji. Takav naredba je data ministarstvu vojnom da počne pregovore sa Belorusijom o izgradnji nove vojne baze. Sa druge strane, kao što smo čuli malo pre, u Donjecku i Lugansku se spremaju izbori. Na sastanku sa Angelom Merkel i Hollandom iz Francuske, predsednik Ukrajine Petar Porošenko je dobio histerični napad kada su ga pitali na konferenciji za štampu o ovim izborima. Jasno je da Ukrajini u ovom trenutku ni u kom slučaju ne odgovara normalni demokratski izbori, tim pre pod ovim uslovima koje smo upravo sad saznali, a to je da nema partija koje štite nečije interese, već su to većinom dva pokreta i samostalni kandidati koji će imati snagu odlučivanja. Iz Amerike vest koja je čak i ovde objavljena, mada ne u potpunosti, objavljena je ovde u našim medijima, objavljena da je Barack Obama predložio prvog homoseksualca za načelnika štaba kopnene vojske. Iz Rusije je vest da je predložen ne za načelnika generalštaba štaba kopnenih vojske, već za ministra vojske, što je mnogo viši nivo,
i možemo samo reći da je ovo vest koja se možda danas nama čini smešna i tragikomična, ali moramo imati u vidu da Amerika je jedna od dve države koja je sposobna da momentalno uništi svet. To se do sada još nije desilo, najvećim delom zbog toga što su tim oružjem komandovali i danas komanduju ljudi koji imaju decu, ljudi koji imaju potomstvo i koji su svesni posledica. Ono što može, ne daj Bože, da nam se desi, a to je da u jednom trenutku neko od homoseksualaca ili lezbijki se dokopa tog dugmeta, a on neće imati šta žaljenja prema svom potomstvu, niti želje da izbegne totalno uništenje, da ne bi ostavio poroda. Nadam se da će ova vest ovako ostati i da nikad više sa toga nećemo setiti, ali ta opasnost postaje sve veća, moramo reći, zbog toga što je objavljeno ono što niko od nas ne obraća pažnju, a to je da je ovaj čovjek koji je predložen za ministra vojske u posljednjih 25 godina zauzimao različite dužnosti u Kongresu i Pentagonu i da je bio u rukovodstvu organizacije Gay and Lesbian Victory Fund, čiji je cilj da poveća broj otvorenih homoseksualaca u organima vlasti, tako kažu ruski mediji. Jasno je da ti ljudi nastupaju kao falanga organizovano i da njima nije cilj da sloboda seksualnog opredeljenja, već nametanje njihove ideologije. Sljedeća vest iz Belorusije. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je izjavio na konferenciji za štampu da nema govora o kretanju Belorusije prema zapadu, da je ona čvrsto na stanovištu bratstva sa bratskom Rusijom. Sa druge strane okeana iz Amerike takođe vest da će se najverovatnije Putin i Obama sresti u Njujorku za nekoliko dana i da će da se u Americi je jasno preusmerenje na pregovore sa Rusijom i na pokušaj da se nađe zajednički jezik. Posle ove krize koju je Amerika organizovala sa izbjeglicama u Evropi, jasno je da više Ukrajina nije toliko zanimljivo pitanje i da će najverovatnije Amerika pokušavati sada da uspostavi ponovo odnose sa Rusijom. Američki analitičari javljaju da postoji određena strateška, centar strateški koji se bavi proučavanjem armija po celom svetu. I najnovije vesti iz Amerike je da Amerika počinje da shvata kao ozbiljnog protivnika Kinu. Daje se detaljan izveštaj da do pre koju godinu Kina, ovaj izveštaj se izdaje od 90. godine do danas, do ovog izveštaja Kina se nije pojavljala kao potencijalni protivnik koji može naneti ozbiljnu štetu američkim snagama. Konkretno se govori o kineskim raketama srednjeg i kratkog dometa i avijaciji koja može da uništi sve baze američke na tihookeanskim ostrovima, što bi otežalo dalje bombardovanje ili rat na kineskom tlu. Vrlo interesantna vest iz Rusije, koju ovde, ja ne znam da li su preneli naši mediji, Moskovski gradski sud je presudio tužbu Antona Burkova, koji živi u Ekaterinburgu, protiv Google-a i dosudio je da mu se isplati odšteta od 50.000 rubalja. Anton Burkov je tužio Google zbog toga što mu čita poštu. Ja, da budem iskren, prvi put sam ovo mi je palo na pamet kada sam čuo od ovog čoveka. On se dopisivao sa svojim prijateljima s obzirom da se spremao da ide na Evropski sud po pravima za prava čoveka u Strasburu i posle nekog vremena je počela da mu se pojavljuje kontekstna reklama, to jest ona usmerena reklama na njegovom mail nalogu, gde mu se nude hoteli u Strasburu i usluge prevodioca u Strasburu. Na osnovu toga je zaključio da Google poseduje program koji automatski bira reči iz vaših pisama, iz naših pisama i šalje nam reklamu na osnovu toga. To je jasan dokaz da Google čita našu poštu,
što po zakonima Ruske federacije nije dozvoljeno i svih ostalih, naravno. I uopšte nije u redu. I uopšte nije u redu, na kraju krajeva, tako da je Moskovski sud, s obzirom da je Rusija momentalno jedina slobodna zemlja pored Kine koja može da se suprotstavi divljanju Amerike, dosudio je da kompanija Google plati 50.000 rubalja ovom čoveku. Predstavnik Google-a se pravdao time da ruska kompanija Google ne predstavlja servis Gmail i da je potrebno da on tuži Google Inc. u Americi, na što ruska kompanija nije obratila pažnju, već na što ruski sud nije obratio pažnju, i ovo će najverovatnije ići dalje na viši stepen suđenja. Azerbejdžan je također saopštio, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je saopštio da počinje da se odriče od evropskog sna i zaustavlja saradnju sa Evropskom unijom, polako zbog toga što se Evropska unija faktički pretvara u amorfnu masu koja nema dalju budućnost. A šta će biti sa gasovodom na Buko? Da, na Buko, od koga koji premijer Vučić toliko očekuje, i diversifikacija snabdevanja gasom. Izjava ministra u mađarskoj vladi da bi talas izbjeglica iz Ukrajine bio samo na pomoć Mađarskoj. Postavilo se pitanje zbog pogoršanja situacije u Ukrajini, ekonomske situacije, a ne samo vojne, da se može lako desiti da sledeći talas izbjeglica ne bude iz Sirije, već iz Ukrajine, na što su i Češka i Mađarska izjavile da to i ne bi bilo tako loše i da bi odnos verovatno bio potpuno drugačiji. Kao što vidimo, ono što mi stalno govorimo, a to je da svaka ptica svome jatu, i što je svo vreme poricala Evropa, sada se dokazuje da kada dođu muslimani iz Sirije, jedan je odnos, a kada se očekuju hrišćani iz Ukrajine, beli ljudi, potpuno je drugačiji odnos. Još jedna vest iz Švedske i iz Evrope, a to je da kriza sa izbjeglicama će najverovatnije promeniti odnos Evrope prema Rusiji. Razni analitičari iz raznih država Evrope se slažu da u ovom trenutku se potpuno menja geostrateški položaj Evrope i da će verovatno u perspektivi mnogo više biti zbližavanja sa Rusijom. I poslednja vest za danas, koju sam planirao da vam celu prevedem zbog toga što je izuzetno zanimljiva, ali ću morati samo skraćeno, to je, kao što svi znamo, predsednik Vučić je bio u poseti Americi, šetao je slobodno ispred Bele kuće, razgovarao sa ljudima, sa prolaznicima koji šetaju pse, poneki novinar. U Beloj kući nije imao konferenciju za štampu, niti na travnjaku, čak ni na travnjaku, ali zato ruski mediji javljaju da je Srbija se opet klacka između Rusije i Amerike. Naravno, stara srpska iluzija da će svaki srpski političar biti mali Tito koji će uspeti da se klacka između Amerike i Rusije, više ne pali. Ruski mediji javljaju da je Vučić primljen prohladno, da mu je više saopštavano nego što je razgovarao i da će u perspektivi najveći, naravno, problem biti snabdevanje gasom, jer je Srbija izjavila da će tražiti upravo ove izvore Nabuko, Azerbejdžan, gasne terminale po Hrvatskoj, i Hrvate prizivamo da nam budu glavni snabdevači gasom, a u stvari svima je jasno o čemu se radi, a to je da će nam najverovatnije u perspektivi gas prodavati je Nemačka, država koja nema gasa, ali ima jedan gasovod i najverovatnije još jedan u izgradnji. Toliko za vesti za danas, s obzirom da je već 5 do 5, samo da vidimo da li Irina još ima. Pa evo, malo ćemo muzike i malo istorijskog trenutka. А первый снег, а первый снег потает, а снег второй, а снег второй сойдет. От
третий снег, а третий снег оставит в душе моей нерадостный полет. А первый дом согрет и отправит, мать перекрестит с отчего крыльца, а дом казенный болью напитает, а в третьем коридоре без конца. А первый друг о верности забудет, а друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает и пройдет. А первый снег потает, а снег второй сойдет. А третий снег оставит в душе моей нерадостный полет. Evo, ponovo sam u studiju, sada istorijski trenutak, pre svega jedna lepa objava. Rekli smo da ćemo se baviti Međunarodnim sajmom knjiga u Beogradu i Rusija je glavni gost, oficijalni gost sajma. Evo je štand Jelisavetinskog manastira, kao što je već postala tradicija i ovoj godine u sali broj 4, u hali broj 4 Beogradskog sajma, sa video i audio produkcijom, sa knjigama, ikonama, prirodnim ljekovitim proizvodama, odevnim predmetima, suvenirama iz Rusije i tako dalje. Tako da monahinje bit će rade da vas vide na svom štandu. Ruska pravoslavna crkva je danas u 16. sedmici po duhovima, ili kako kažu u Rusiji po pjetidesetnici, i danas pominje čuda arhistratiga Mihaila, također pominje mučenika Jevdoksija, Zenona i Makarija, mučenika Romila i iže sa njim, prepadobnog Arhipa, mučenika Kiriaka, Fausta, Aviva i Diakona i s njim još jedan istoricu, sveštena mučenika Kirila, episkopa Gortinskog i prepadobnog Davida. Također pominje ruski novomučenike presvitera Dimitrija, sveštena mučenika Konstantina, Ioanna Vsevoloda. I danas se slavi dan Kijevo-Bratskoj i Arapetskoj ikona presvete Bogorodice. Sveštena mučenik, sveštenik Konstantin Bogoslovski, rodio se 1871. godine u porodici seoskog sveštenika, završio bogosloviju i 1895. godine bio rukopoložen. Ceo život se bavio prosvjetiteljstvom, dakle predaval u raznim crkvenim obrazovnim ustanovama. 1917. godine bil je učesnik Sveruskog sabora sveštenstva i građanstva u Moskvi, a posle toga učestvo u sveštenom saboru Ruske pravoslavne crkve 17. i 18. godine. 1921. godine, kao što se je davalo očekivati, bil je uhapšen zajedno sa arhijepiskopom Aleksijem Vilkovskim i još dva člana jeparhijalnog saveta. Bil je optužen za nezakonito prikupljanje sredstava za crkvu. Bil je osuđen na 5 godina zatvora, ali uskoro je pušten po amnistiji. Međutim, iduće godine je ponovo uhapšen i osuđen na 2 godine zatvora u radnom logoru. Optužen je za veru u Boga, da je nije hteo da pusti, da dozvoli iznošenje ikona iz crkve, zbog to Bože neophodnog naučnog istraživanja na tim ikonama i slično. Od 23. do 25. godine bil u ozloglašenom radnom logoru na Solovkah, taj logor zaista redko ko je preživio.
а после того я у прогонству у Архангельску. Пошто се вратил из прогонства, поново служил у црквама у Вологодском краю и был председник Вологодского епархиального совета. У июле 37 годины поново я ухапшен и обтужен за контрреволюционную делатность, за пропагирање вери у Бога, за пропагирање фашизма, за прикупљање података о затворенем и порушеним храмовима и о свештенству које је подвргнуто репресијама. Бил је осуђен на смрт и стрелян 20. септембра 1937. године у Вологде. Свештена мученича Константине, моли Бога за нас. У руској историји на данашњи дан 1936. године у Калуги, то је град недалеко од Москве, отворен дом музеј Константина Циолковског. Константин Циолковски, руски научник, утемељувач космонаутики, објаснил, односно предвидел, pošto je preminuo 1935. godine, predvidio je korišćenje svemirskih brodova, predvidio neophodnost takozvanih raketnih vozova, dakle više mnogofaznih raketa, napisao mnoštvo radova iz aerodinamike, raketne dinamike i kosmonautike. 1939. godine na današnji dan Crvena armija zauzela Vilnius, prestonicu Litvanije. 1941. godine na današnji dan druga tenkovska grupa Wehrmachta spojila se u regionu Lohvici, to je sela u Ukrajini, sa delovima prvoj tankovske grupe, što je uzrokovala pad Kijeva i okupaciju skoro celoj Ukrajini. 1944. godine na današnji dan potpisan Moskovsko primirje između Finske i Sovjetskog savjeza, što je označavala faktički kraj rata između Sovjetskog savjeza i Finske, koje je učestvovalo u ratu na strani zemalja Osovine. 1969. godine na današnji dan ostvaren prvi let čuvenog helikoptera iz serije Mi-24. 1724. godine na današnji dan se rodio Nikita Demidov, čuveni ruski dobrotvor, proizvođač, vlasnik tagilskih fabrika, to su bil u to vreme centar proizvodnje metala u tadašnjoj Rusiji. Na današnji dan se rodila i Vera Pašene, slavna 1887. godine, jedna od antologijskih ruskih glumica, slavna glumica Malog teatra u Moskvi. Takođe na današnji dan se rodili Vsevolod Ivanov, slavni ruski pisac, Viktor Ерофеев, 1947. godine i takođe slavni ruski pisac, i Boris Galkin, poznat ruski glumac, pozorišni filmski glumac, reditelj, scenarista i producent. Na današnji dan preminuo Konstantin Eduardović Solkovski, zato na današnji dan je bilo otvoren njegov muzej. Slavna ruska slikarka Зинаида Евгеньевна Серебрякова родилась в 1884, а преминула в 1967. И в 1981 годину Михаил Павлович Алексеев, русский филолог и фольклориста, который се бавил везама измеѓу русской и странных книжевности, включая и сербскую. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i nadamo se da ćete nas slušati i sljedeće subote. Sve najbolje i s Bogom.